Всем привет, ребята! Вы нагнали Денплей, и сегодня у нас будет проверка багов в игре Brawl Stars. Игра самая честная компания Supercell. У нее нету багов, ни одного бага нету. Ну просто нету багов, и все, и мы ничего не будем проверять с вами. Ладно, шутка, это очень грустная шутка, но здесь много багов. В Brawl Stars много багов, которые есть, и которые не собираются даже исправлять. Ну как бы... Ну а зачем? Ну да, давайте приступим к проверке. Это не один баг. Возможно, здесь будут баги, которые вы даже не знали. А я уверен, что об одном баге вы вообще не знали даже. Ну давайте проверим, ребята. Самое начнем такое вот обычненькое, что вы знаете, думаю. Это баг с кланами. С кланами, ну, этот баг просто визуальный. Он никак там не влияет. Например, я сейчас нахожусь в клане Шампанова. Вот, например... Вот я хочу, например, к Холдику в клан. Ну, я могу к Холдику вступить, но, ну, пока я, например, не хочу. Я у Шампанова в клане, у Паши. Ну что же, например, я хочу к нему в клан. Но не хочу уходить из клана Павела. Ну, давайте, вот, например, нажимаем одновременно на клан Холдика и на клан Шампанова. Вот, опа, одновременно, вот, нажал. Не получилось, так, хопа, одновременно нажал. Нет, не получилось, так, хопа. Ну и что? Да, ребята, это получилось. Я вот типа вступил, вот чат. Вот как бы участники, вот, это участники Холдика клана. Вот, смотрите, я сейчас даже найду Ваню. Вот, смотрите. Вот, могу предложить дружить. Вот профиль, например, вон он там... Битапл, вон Спайк, вон, ну вот, видите вы, этот баг, я просто в шоке. Ну, клан, это из клана Шампанов. Вот, например, я могу написать всем привет сейчас, например. Вот, например, давайте напишем всем привет, вот так вот. Просто так напишу, вот, например, написал, да, вот, всем привет, вот так вот. Я в клане Холдика как бы нахожусь, вот вы видите, клан типа Холдика, да. Но мы выйдем вот так вот, и теперь я в клане Шампанова, уже как обычно, только написал я здесь уже. А это сообщение не идет в клан Холдику. Это баг просто визуальный, где я могу побывать в любом клане мира, хоть там и в топ-1 мира, например. В любом клане я могу побывать. Например, давайте в топ-1 мира залетим. Вот, например, там клубы, кто там. Давай. Вот, например, Global, там, вон, Provocation X. Давайте попробуем вступить в этот клан. Так, и нет, первая попытка неудачная. Опа. Так, одновременно нажал. Нет, не получилось. Опа. Долго грузится, нет, не получилось. А ну-ка, давайте вот так вот, опа. Сейчас я вступлю. Не получается, ладно, окей, давайте еще. Вроде бы вступил, да? Нет, блин. Просто игра зависает, когда, например, нажимаете вы одновременно. Она не понимает, что делать в таких моментах, и она долго грузится. Вот, я вступил. Вот я всем привет написал, как бы, вот, топ-1 клана. Я могу всем предложить дружить, например, вот, ну, у них заявки. А я могу добавить любого человека из мира таким вот способом. Прикольный баг, но все же, ну, блин, пофиксить надо, но как такое возможно? Окей, это еще, ребята, просто мелюзга по сравнению с другим, что будет. Предлагаю начать с бага, который уже все знают, который уже все перепробовали, баг с Мортисом. Окей, я его научился более-менее делать, вот серьезно, 20 минут сидел, делал, учился, смотрел видосики, как делать баг этот. Окей, я попытаюсь сейчас сделать, вы уже все знаете про этот баг, я должен стать где-то здесь, вот так вот, где-то я здесь должен стать, лицом вот так вот к этому. И вон эта щелочка, да? Блин, была только что. Так, окей, вот так вот встаем. Опа, так, вот она вроде бы, да? Нет. Сейчас, так, проверим давайте. Получилось или нет. Неужели получилось? Нет, не получилось. Блин, этот баг очень долгий. Я не знаю, смогу его вообще сделать или нет. У меня получалось, даже с первой попытки. Вот щелочка, вот эта щелочка, вот где...
стычка, например, твоя как бы длиннее, тогда вот получилось, все. Отлично, вот мы в стенке, ребята. И теперь мы можем, опа-на, 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 сквозь стеночки, ребята. Надоело вам делать так, залезь в стенку и отдыхай. Вот так вот залезь себе, вот, и вот так вот кайфуй от игры. Надоело, снова пошел к роботу маленькому в гости. Обратно отошел. И вот так вот получается, вот такой вот баг сквозь стеночки. Думаю, вы уже знаете этот баг, очень забавный баг. Но все же, блин, это я в тренировочном лагере, но можно этот баг легко использовать в ШД. Только там я не буду сейчас проверять, потому что у меня не получится, я не профи в баге. И у меня будут убивать, короче, меня всегда. И ну и что же, приступим, ребята, к самой конфеточке, которую вы ждали, думаю. Дружеский бой. Заходим в этот дружеский бой. Выбираем парное ШД. Выбираем бравлера Поко. Поко, Поко, Поко. С вот этой вот пассивкой. Даже можно вот так вот типа перебрать пассивочки. Опа и опа. Этот баг вас удивит. Я уверен. Я уверен, что он вас удивит. Не знаю, кто-то знает, возможно, кто-то знает. Возможно, кто-то не знает. Давайте проверим. Вот, например, Шелли. Берем Шелли. Берем Шелли с первой пассивкой. И нам нужно сейчас нажать одновременно. Выбрать и играть. И тогда вы увидите чудо. Блин, не получилось мне нажать что-то. Я как-то одновременно нажал, и оно не нажалось. Окей, выбираем снова Поко с первой пассивкой. Потом берем Шелли с первой пассивкой. И, блин, да елки-палки, не получилось. Я поздно нажимаю вторым пальцем. Так, давайте, раз, два, три. Да ё-моё, чё у меня не получается? Я что, не нажимаю или чё за фигня? Так, сейчас, всё, сейчас будет. Настроились? Ну почему? Почему? У меня же всё сейчас получалось. Окей. Неудачные дубли. Ну почему? Почему я не нажимаю? Ладно, окей, сейчас... Не, я всё понял свою ошибку. Всё, ребята, это надо вырезать. Окей, окей, все, вы ничего не видели, вот, вот, берем Шелли с первой пассивкой и нажимаем вот одновременно играть в катку, вот, наконец-то получилось, и вы сейчас увидите, скорее всего, чудо, чудо, чудо. Например, играем мы с ботом, надоел мне бот, например, фармим банки. Опа-на, ребята, вы видали это? Это никакой не сервак, ничто, но я могу, блин. Ты что, вообще быканул? Он быканул, ребята. Ты быканул или мне показалось? Ты что, офигел? Вы у меня не убиваете, я еще нужен. На тебе. Так, о, хорош. Но все же, ты меня отправил. Так что я тебя сейчас убью. Давай, давай. Так, сейчас давайте похилим его, типа. Типа мы в команде. Ай-яй-яй, дурак, сдох. Блин, к сожалению, мне надо сейчас подождать этого дурачка. И потом вы увидите чудо. Сейчас, давай, давай, малыш, иди сюда, нитка. Сейчас вы увидите чудо. Вы уже, кто внимательный, вы уже увидели это. Ну, давайте. Опа, появилась. Ты куда пошла? Ты куда пошла? На тебе, мы ее убили. Я ее убил, вон. Я, Денплей, убил первого бота. А первый бот это мой напарник. К сожалению, эта фишка работает только в дружеском бою с ботами. С реальными людьми она работать не будет, но все же забавно. Ультой, к сожалению, мы убивать не можем нашего напарника. Вот, например, так, давай, 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 аккуратно, аккуратно, дай ее... А, ладно, ой, убили ее случайно. Но я могу ее на изи убить. Например, сейчас затестим. Какие-то боты ужасно жесткие, какие-то атакуют нас. Сейчас, мы посмотрите, что мы сделаем. Так, отойти надо. Она сейчас пойдет на этих. Медведя пускай, дурочка. Что же ты творишь? На тебе, на, держи. Я убиваю своего же напарника. Вот, я убил своего же напарника. Это, ребята, крутой баг, где я могу убивать своего напарника в ШД и фармить на нем ульту. Это, ребята, очень даже смешно. Я уверен, что многие не знали. Хотя, кто знал, то просто прожмите лайкосик за то, что я постарался и все баги повторил, которые есть на данный момент. Ну а кто досмотрел видосик до конца, лего твоя. Все, пока.